Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Дом и Сад. Сегодня с вами снова я, Анна, и мы посмотрим последнюю часть распродажи Ашана. Все по 69 рублей. Ниже, внизу в описании вы можете найти ролики. Все по 49 рублей и все по 89 рублей. На три группы разбила я этот ролик, потому что товара очень много, а хотелось вам максимально его показать. По 69 рублей товара больше всего. Есть какие-то интересные позиции, которые вам могут понравиться, поэтому обязательно досмотрите ролик до конца. И, пожалуйста, в комментариях напишите, посещаете ли вы Ашан, являетесь ли его покупателем, нравится ли вам этот магазин. Итак, вот я быстренько вам покажу какой-то товар, немножко я ускорилась. Сахарница, кружечки, до этого был первый самый товар, это контейнер для стирки. Чехол для стирки нижнего белья, очень много кофейных кружечек, так я их назову размер, шумовка. Кое-что интересное действительно можно отыскать, тем более 69 рублей для любителей, например, фикс прайса, это уже цена, которую найти достаточно трудно. Вот такая розовая кружечка, маленькие баночки, которые можно приспособить под специи. Вот такая мисочка-тарелочка, это все Китай. Небольшой салатник. Свечка ароматические, свечки с разными ароматами, классические, ваниль, лаванда, мята, зеленый чай, клубника. Вот очень много вот таких баночек по разной цене, кстати, они есть и в категории 49 рублей. Там попроще баночки. Вот видите, банки с трубочкой. Ни одной штуки нету. Вот эти стаканы мне очень понравились своей формой. Они имитируют бумажный стаканчик. Но на самом деле это керамика. Вот такие, это для сигарет в машину поставить, для окурков, пепельница, вот. Еще вот такие стаканы тоже интересные, разные цвета есть. А это у нас палочки для канапе. И такой держатель в ванную. Крышка вот интересная, посмотрите, как ее можно надеть на кастрюлю, например, и взбивать жидкости, тесто для блинов, свечки, декоративные разные дизайны. Напомню, что сегодня мы смотрим все по 69 рублей, то есть никакой другой цены нет, все, что я показываю, стоит 69 рублей в Ашане. Я думаю, акция-то еще идет, поэтому... Следующее, напомню, мы ждем сад. Очень ждем сад во всех магазинах. Наверняка где-то с 1 февраля начнут уже выкладывать. Будем ждать. Обзоры на нашем канале обязательно будут. Вот наборы таких контейнеров. Не знаю для чего, конечно, соусы сложить. Много одноразовой посуды попало в акцию по 69 рублей. Наборы тарелок одноразовых. Пленка. Для упаковки багажа. Готовимся к сезону. Вот такие подставочки под чайные пакетики в виде чайничков, заварнички. То есть вся мелочевка какая-то. Но знаете, среди этой мелочевки можно действительно найти полезную вещь. Вот, например, показывала я в сторис там, в сюжетах, значит, взбиватель для молока. Я его использую каждый день. Сейчас я использую его каждый день. То есть 89 рублей он стоил, а эта штучка действительно мне лично очень нужна. Много опять же ковриков под столовые приборы, да, на стол декоративных. Вот для собак игрушки по 69 рублей. Почему нет? Дождевики. Разных цветов вы можете себе приобрести, быть самым модным в лесу. Скрипки для автомобилей, всякие разные, видите, и такие скребочки,
А, вентилятор, это я показывала, он 89 рублей. Ароматизаторы для автомобиля в форме шлепанца, гитары. И вот это многие, кстати, брали вот эту штуку. Это миска раскладная для собак, ну, кошек. То есть, чтобы туда корм класть, в дорогу, наверное, кинули эту миску. Ну, это тут все для животных. Игрушки всевозможные. Вот карты. Игральные. Пожалуйста. Ну, это тоже игрушечки для животных. Пищалки, звенелки всякие разные. А вот это чисто для кошечек. Вечная, вечная игрушка. Ну, в фикс-прайсе тоже такое есть. Заходите, там, вот видите, рыбка тоже звенит для котиков. А вот такая вот вешалка обнаружилась, это для платочков. Если вы любитель платочков, галстуков, то вот такая вешалка вам тоже понадобится. Тоже нужная штучка, а ее надо поискать. Корзиночка, пластик тонковатый мне показался. И вот такая еще корзиночка. Но такого у нас в фикс-прайсе нашим любимым с вами очень-очень много. Вот тоже штука, ее в строительных магазинах ищешь, это стопор для окна, вот когда окно раскрываешь, чтобы его зафиксировать, очень тоже полезная вещь. Много всякой электрики попало, да, в распродажу, и сейчас я пошла уже на стойки, показываю вам, что выставлено на стойках, очень много товара по 69 рублей, поэтому я так постаралась уложиться, ну и тоже вам показать терочки. Одноразовые, опять же, тарелки. Вот этот вот я набор из 4 ножичков вам показывала. Вот еще мисочки пластиковые, 4 штуки тоже, 69 рублей. Стаканчики тоже идут. Это вот такой зонтик, чтобы накрывать еду летом, например, на пикнике, да, чтобы там насекомые не садились. А в продолжении... темы кулинарные, много открывалок. А, вот перечница с солонкой в форме вытянутой такой свечки, что ли, можно так сказать. А, ложки одноразовые для подачи салатов. Вот это, кстати, интересная тема. Кулинарные, видите, вот такой мешочек с насадками, кружка металлическая. Я уверена, что каждый найдет, что ему купить. Это охлаждающий элемент, он причем в разных дизайнах представлен, очень ярко. Сейчас будет лето, кому-то пригодится. Бумажные вкладыши для кексиков, вот видите, овощечистка с двумя ножичками. Вот такой подсвечник на ножках. Даже есть щипцы для завивки ресниц. Наборы резиночек, целый тубус. Зубочистки, еще такая тарелочка квадратная, ну это незаменимая вещь, кто еще не успел приобрести. Так, а это у нас что, два ножичка, пожалуйста. Вот такие штампики я купила, это для, например, для выпечки, чтобы такие вот элементы вырезать из теста в виде листочков. И еще вот такие кулинарные всякие разные шпатели, чтобы делать фигурные какие-то фигуры на креме для торта. Вот я такую соковыжималку, кстати, для лимона приобрела. Попробую ее для вас протестировать. В сторис можно будет посмотреть коротенький ролик по тесту этой соковыжималки. Вот такая овощечистка. Вот видите их в разных цветах они. Там в конце сейчас еще буду показывать очень интересную канцелярию. Стаканчик. Можно для ручек, для зубных щеток использовать его. Термометр, конечно же. Непонятно, зачем нам на российском рынке фаренгейты. Ну, может быть, есть любители узнать температуру в фаренгейтах. Так, а это мухобойка. Щеточки. Тоже, может, у кого-то закончилась дома, потерялась щетка для обуви. Вот, пожалуйста, приходите в Ашан. Или вот эта вот щетка. Вечная тема. В Икее, кстати, тоже такие щетки есть. Всякие прищепки. Есть совочек со щеточкой. Более упрощенный вариант за 69 рублей. За 89 там тоже есть варианты. Это скотч на такой ленте.
Это стопор для дверей, насколько я понимаю. И совочки, то есть товара много всякого. Доски разделочные небольшие, они везде сейчас есть, и в Ашане, и в Икее, и в это нужная вещь. Чехольчик такой был. Так, велосипедные звонки. Чего только нет. Все вообще, для обуви вкладыши. Вкладка для обуви. Так, вот пошли ручки. Всякие интересные канцелярии можно для девочек, для мальчиков приобрести. Вот ножницы фигурные. Фикси 55 рублей ножницы стоят. 4 маркера, мини-маркера. А вот какая ручка кактус, посмотрите. Очень интересно. Пушистик. Ручка пушистая. Еще со всякими пони. Даже есть ручки в виде мороженого, пожалуйста. Наборчики такие. Вот я их вначале, кстати, показывала. По 49 рублей тоже есть наборы. А для тех, кто любит handmade, много всяких блестяшек. Вот даже глазки, например. Есть наборы глазок, если вы делаете там животных, я не знаю. Ручки, фрукты. Фруктовые ручки. То есть фикси такого тоже нет. Не всегда найдешь. То есть долго приходится ждать интересного товара. А вот здесь такие интересненькие ручки. Вот даже есть фламинго. Ручка фламинго. Лягушата, которые прыгают. Маленькие наборчики для песочницы. Фигурки животных. В большом количестве. И даже вот такая бутылочка. Да, вот это интересно, это нос. На нос надевать. Маска. Ну вот, пожалуй, все новинки, которые... Все товары по 69 рублей, которые я хотела вам сегодня показать. По традиции желаю вам приятных покупок. Обязательно посетите Ашан, интересные магазины. Напишите в комментариях, любите ли вы Ашан, посещаете ли вы его и считаете лучшим среди других магазинов. До свидания и до новых встреч!